Итак, друзья, мы с вами продолжаем. Уже сейчас, секундочку, подключайтесь. Подключайтесь вы, потому что к нам подключился следующий спикер онлайн-форума. И я хочу с удовольствием вам представить Максима Наренко, о котором мы в самом начале уже говорили, и когда вы вспоминали, кто у нас сегодня будет по расписанию. Этот человек очень интересен тем, что, ну, раз у нас форум секретов успеха лидеров Oriflame, то я бы сказал так, что у него есть какие-то ключи или секреты о том, как работать с молодежью, с молодыми ребятами, с молодыми девчонками. Вообще у него очень активная молодежная организация, потому что я сталкивался с таким иногда убеждением или даже вопросом, утверждением, что, ну, молодежь, она какая-то там не такая. Вот Максим как раз вот тот человек, который опровергает эти убеждения, не просто не ставит там цель кому-то что-то доказать, просто он классно умеет работать с ребятами, причем так, что они показывают и хорошие результаты, и в росте, и в командном взаимодействии. Ну, что тут долго говорить? Давайте мы поприветствуем Максима. Итак, сейчас с вами Максим Наренко, старший золотой директор, лидер компании Oriflame. И сегодня он с вами поделится секретами, как создать вот, ну или даже методиками, как создать насыщенную систему мероприятий для молодежи. Так, Максим, ты уже в эфире, сейчас я тебя подключаю и передаю тебе слово, а всех участников я хочу еще раз попросить поприветствовать Максима. Вот, кстати, пошли приветствия, лови в чате. Все, Максим, тебя слышно и видно. Для молодежи. Так, Максим, ты уже в эфире, сейчас я тебя подключаю. И передаю тебе слово, а всех участников я хочу еще раз. Да, и для того, чтобы тебе не мешала трансляция, поставь там на паузу, там в окошке, где чат, видео, чтобы тебе это не мешало. Привет! Всем привет! Поставьте там как-то. Меня слышно, видно? Сейчас проверим. Отлично. Итак, всем привет, всем спасибо. Меня зовут Максим Наренко, старший золотой директор «Россия». Не знаю, сколько вас здесь, не знаю, с каких регионов. Вот, может быть, вы напишите, какие города, какие страны. Кто здесь сегодня собрался, потому что просторы интернета так велики, что, может быть, человек вообще с другого конца мира прекрасно нас слышать, видеть. Веду трансляцию с города Ярославль, здесь прекрасный город, здесь развиваем новый регион, вот. Соответственно, есть тема, у нас сегодня тема, это развитие, как должна строиться система мероприятий, если вы работаете молодежью и развиваете молодежную организацию. Но сразу, ну давайте несколько моментов по поводу, сначала немножко историю, потом немножко обсудим какие-то общие моменты, потом перейдем к конкретике. Да, все, всех увидел, все здесь, Казахстан, Башкортостан, Курган, Беларусь, Рязань, Украина, вот, прекрасно, Павлодар, Белград, Оренбургская область, прекрасно, прекращайте, прекратите, вот, давайте обсуждать. Значит, итак. Ну, маленькая история, да, я начал сотрудничать с Oriflame 19 лет, закончил 4-й курс мединститута, решил позаработать денег, решил позаработать денег на мобильный телефон, никогда не сталкивался, даже не представлял, не было у меня даже в лексиконе такого слова, как предприниматель, я даже его в принципе этого слова не знал, а слово бизнесмен я где-то слышал, но вообще не понимал, что это за люди, чем они занимаются и в чем вообще суть и так далее, и так далее. Вот, хотел устроиться на работу курьером, случайным образом попал не на обычную работу курьером, а на презентацию возможности Oriflame, на которой узнал, что вот есть такие вещи, что, оказывается, можно в течение года там стать директором с момента регистрации, зарабатывать деньги, что можно построить структуру, что можно реализовывать свои большие мечты и так далее, и тому подобное. Начал сотрудничать с Oriflame, за год и 4 месяца стал директором с момента регистрации. Потом у меня был почти шестилетний период, когда я не мог стать золотым директором, потому что
не потому что, точнее, звания старшего директора не было, я не мог стать золотым директором, 3 раза открывал это звание, каждый раз с разными лидерами, и только на 3-й раз, через 6 лет после закрытия звания директора, я его закрыл. Очень такой период интересный, очень много узнал, понял и так далее, и так далее. Потом стал старшим золотым директором, сейчас развивается структура. Всю дорогу с самого начала я работал только с молодежью, потому что когда я приходил, мой непосредственный менеджер 12%, Евгений Ашаралев, ему было 33 года, мой непосредственный директор Михаил, ему было 27 лет. Вот, и я когда начал приглашать людей, я тоже приглашал молодежь. Вначале вообще, в основном, моя команда состояла из ребят, которым было там 15, 16, 17, 18 лет. Потом, конечно, средний возраст ребят в нашей группе сильно вырос, но как-то так сложилось, что мне было 19, ребята у меня были молодежь, я сам был молодежь, спонсор молодежь. 80% людей, которые были в командах моих спонсоров, моего директора, тоже были молодежь. Поэтому вот как-то так получилось, что я начал работать с молодежью, так с ними, только с ними и научился в итоге работать. В итоге у меня полностью молодежная организация, в которой 100% ключевых партнеров – это молодежь. Все директора, золотые директора нашей организации, включая меня, это молодежь, ребята и девушки, которые совершенно разного возраста, это и там и 19, и 20, и 25, и 27 лет. Вот, сейчас в нашей организации 25 действующих старших менеджеров-директоров, есть директора, есть старшие менеджеры, есть золотые директора, есть старшие золотые директора. Ну, двигаемся дальше, активно развиваемся. Сейчас у меня структура в 3 городах, это Москва, Нижний Новгород, Ярославль, есть большие планы на будущее, в общем, все идет хорошо. Так вот, значит, по поводу молодежной организации. Да, немножко Александр уже затронул эту тему. Дело в том, что я очень много сталкивался с людьми, различными лидерами Oriflame, различных статусов, которые достаточно, в негативном контексте отзываются о молодежи, что, мол, молодежь – это такая возрастная группа, с которой не стоит вообще иметь дело, не стоит строить структуру, не стоит с ними работать, потому что они такие все сякие, им вообще все равно, им особо деньги не нужны, потому что есть родители, которых обеспечивают, у них очень нестабильно, у них то любовь, то морковь, то сначала они влюблены им не до бизнеса, потом они, соответственно, с кем-то расстаются им не до бизнеса, потом еще что-то происходит, что вот, ну, в общем, всегда я слышу негативные, очень много слышал очень негативных таких отзывов о молодежи, что молодежь, это, мол, категория, с которой работать не следует, потому-то. С определенного момента я стал отвечать таким людям, что-то из серии, вы не любите кошек, вы просто не умеете их готовить. Вот что-то в этом духе. Вот, потому что, как бы, наша практика показывает, что молодежь – это прекрасная возрастная группа, в которой есть огромное количество амбициозных, незашоренных людей, которые умеют ярко и интересно мечтать, которые в достаточной степени, не закрыты, в достаточной степени открыты для новых идей, готовы меняться, готовы расти, готовы работать над собой и готовы притворять свои мечты в жизнь. И всегда с определенного момента у нас сложилось понимание. То есть мы не просто были такой молодежной организацией, с определенного момента мы стали расти, и у нас сложилось понимание, что же и как должно быть для того, чтобы успешная молодежная организация развивалась. И есть как минимум несколько вещей, благодаря которым, без которых построить успешную молодежную организацию невозможно. Вот, я всегда называю 3 фактора, то есть нужно создать систему работы, в которой молодежь бы зарабатывала с самого начала, то есть молодежь, в отличие от людей более старшего возраста, они должны сразу начать зарабатывать деньги. Вот, у молодежи должна быть система личного развития, потому что подавляющее большинство людей, которые приходят внутренне, не являются личностями, способными стать директорами, а тем более подняться выше. И 3-й фактор, который определяет успех молодежной организации, это, конечно, система мероприятий.
И вот сегодня мы с вами поговорим более подробно о том, какая должна быть система мероприятий для того, чтобы ваша молодежная организация или молодежь вашей организации, для того, чтобы она активно развивалась. Например, давайте так, скажем так, молодежь – это такая возрастная категория, когда людям интересно жить, когда им хочется жить, когда им хочется, чтобы жизнь была как можно ярче, как можно насыщеннее, чтобы были различные интересные события, мероприятия, когда люди готовы срываться с места, когда людям не сидится дома, когда так далее, и так далее, и тому подобное. Дело в том, что образ жизни очень многих людей, в том числе и ребят молодых, он часто в России достаточно однообразен, достаточно серый, достаточно уныл. То есть стандартная жизнь стандартного молодого человека или девушки, студента, например, какого-то института, училища или колледжа в России, это приблизительно протекает по одному сценарию. То есть человек встает с утра, обычно учится на дневном, обычно учеба начинается там 8:30-9 утра, встает рано, приходит на учебу, учеба, которая идет до часу, до двух, до трех, до четырех, до пяти, потом человек приходит после учебы домой, а дома у него, если человек такой прям ученик, прям учится, то у него он делает что-то дома, какие-то занимается дома, вот, потом он или сидит в компьютере, или выходит во двор с ребятами, собственно говоря, все. На выходных это может быть иногда клубы, какие-то гулянки по городу или по своему району. Вот. Крайне редко люди ездят в другие города, очень многие люди не ездят за границу, или это происходит очень редко, в идеальном варианте раз в год. Вот. Мало людей ездят по России, мало у людей какого-то разнообразия в жизни. Так вот, система мероприятий вот для молодежи, она должна быть не просто такой, знаете, хороший, правильный, где вот много обучающих мероприятий, где вот постоянно люди собираются, обсуждают умные вещи. Это все, конечно, должно быть. Но должны быть и мероприятия, которые интересны, которые в какой-то степени добавляют какие-то ярких красок в жизнь человека. Вот это какое-то серое однообразие, они добавляют разнообразие, они добавляют какие-то ноты, какие-то краски, они добавляют какие-то цвета, и жизнь становится другой. Потому что очень часто яркость нашей жизни, насыщенность жизни определяется вот этими мероприятиями и событиями, которыми насыщена наша жизнь. Поэтому система мероприятий для молодежи, она должна быть какой-то насыщенной, какой-то разноплановой. Во-первых, вы прекрасно знаете, что, вы, наверное, знакомы, если вы не знакомы, я вам предлагаю обязательно ознакомиться. Есть от Тома Шрайтера система психотипов. Она очень простая, потому что там всего 4 психотипа, это 4 цвета: красный, желтый, синий и зеленый. И когда вы работаете с людьми, то очень здорово, есть замечательная книга, называется «Тома Шрайтер». Это называется «Секретный язык», который любит изучать, учиться, узнавать новое. Есть желтые – это люди, которые любят помогать людям, и для них важны отношения. И есть синие – это люди, которые любят веселье, любят движуху, любят какой-то интерес и так далее, и так далее. И когда вы создаете систему мероприятий, и когда вы создаете систему мероприятий для молодежи, вот, то она должна быть такой. Там должно быть огромное количество мероприятий, которые направлены на вот эти вот разные цвета. Понятно, что все эти цвета вы учитываете еще, когда проводите презентацию или когда начинаете выстраивать отношения с человеком. Понятно, что человеку с красным психотипом нужно сказать, что у тебя будет группа, здесь у тебя будут люди, которые будут тебя слушать, которые будут
Здесь ты будешь зарабатывать большие деньги, ты можешь зарабатывать очень большие деньги, вон можно $1 000 000 за один раз получить и так далее. Вот, когда вы разговариваете с желтым, вы можете говорить о том, что этот бизнес взаимной выгоды, этот бизнес взаимных побед, и ты можешь преуспеть в этом бизнесе только если ты поможешь людям в своей организации преуспеть. Только если люди в твоей организации будут зарабатывать больше, только тогда ты будешь зарабатывать больше, только помогая людям. Если вы говорите зеленому, то нужно сказать о том, что мы постоянно учимся, мы ходим на различные тренинги, мы ходим на различные семинары, у нас постоянно исписаны блокноты, исписаны ежедневники, у нас многочасовые семинары, выездные, трехдневные и так далее и тому подобное. Если вы говорите с синим человеком, а вот если приходит синий человек, то ему надо рассказывать о том, что здесь очень весело и интересно, что здесь постоянно происходят различные мероприятия и так далее, и так далее. И вот у молодежи этот процент синевы, он достаточно высок. То есть огромный процент людей, которые в той или иной степени синие. И ваша система или ваша презентация, ваша система должна предполагать целую серию мероприятий, которая будет интересна вот такому человеку, который либо имеет вот этот синий психотип, либо человеку, который имеет какой-то определенный процент синевы. То есть ему тоже хочется, чтобы жизнь была какой-то интересной, разнообразной, красочной, яркой и насыщенной. А, так вот, по поводу, значит, мероприятий. Да, конечно, у нас есть разные мероприятия. Конечно, давайте немножко про них расскажу. Во-первых, есть, конечно, нужны мероприятия обучающие и развивающие. Конечно, нужны вещи уровня мегафорума или в следующее воскресенье, 13 декабря, пройдет семинар, например, в Москве «Учись у лучших», куда у нас съезжаются ребята со всех городов, то есть приедут ребята из Ярославля, приедут ребята из, естественно, будут ребята из Москвы, приедет очень большая делегация ребят из Нижнего Новгорода, потому что таких мероприятий за весь год, наверное, больше и, наверное, за весь год таких мероприятий не было, и, наверное, больше не будет. По крайней мере, я лично не знаю и не присутствовал в этом году ни на одном мероприятии, где бы два представителя президентской команды Oriflame имели бы полноформатные выступления на 40-50 час-полтора. Вот, поэтому, конечно, мы идем на такие мероприятия, как мегафорум. Конечно, мы посещаем большие встречи Oriflame, которые проводит филиал. Но филиал там зависит, там Нижегородский филиал, Ярославский филиал, Московский филиал, Москва-Сити. Конечно, мы посещаем семинары, конечно, мы посещаем марафоны, и, конечно, это основа, потому что именно на этих мероприятиях люди принимают решения, именно на этих мероприятиях люди узнают о том, что принимают решения и узнают и осваивают все то, что необходимо для того, чтобы преуспеть в этом бизнесе. Дальше мы, конечно, вот такие, то есть такие мероприятия есть. Дальше есть мероприятия, которые являются, ну, по сути, развлекательными, но они все равно в себе имеют какой-то элемент развития личности, потому что каждый раз, когда человек делает что-то, что он раньше не делал, это каким-то образом расширяет его рамки, каким-то образом обогащает его. Например, 1-2 раза в год в каждом городе, в котором есть наша организация, мы прыгаем с парашютом. И огромное количество людей, которые приходят на наши презентации, и мы начинают у нас, и мы говорим об этом, и они говорят, что, блин, вот я всю жизнь мечтал прыгать с парашютом. Я говорю, слушай, почему не прыгнул-то? На самом деле это же не так сложно. Это один день, 1500 рублей, и все, и ты прыгнул, и ты прыгнешь. И вот. Но по факту почему-то у людей так и не находится одного дня, не находится 1500 рублей, не находится вот этой компании, с которой можно пойти и реализовать свою мечту, давнюю какую-то. А здесь человек приходит, и еще на презентации он узнает, что это как часть системы, это каждый год происходит как минимум один раз.
И если ты с нами, ты прыгнешь. Твоя мечта будет исполнена, потому что это каждый год у нас происходит как система. Вот, значит, поэтому огромное количество людей, то есть достаточно большой процент людей, которые хотели это сделать, мечтали об этом, приходят на презентацию, знают о том, что здесь это система, здесь это происходит каждый год, иногда даже два раза. Вот, и они стартуют, в том числе из-за того, что они услышали там эту вещь. Ну, понятно, что если сказать это на презентации и не делать, конечно, это будет неправильно. Поэтому, естественно, это не просто говорится на презентации, а это действительно каждый год по 10, по 20, по 50 человек в нашей организации едет в соответствующие дроп-зоны, в соответствующих городов, пригородов, в соответствующих городов и совершают свои прыжки. Вот, каждый год у нас проходит футджамбик, например, это такой экстрим, когда люди забираются на какую-то там водонапорную башню или там за заброшенный железнодорожный мост, привязываются и прыгают, тоже свободное падение, прыгают с 25, с 30, с 40 метров. Вот, и это тоже для очень многих людей оказывается привлекательная штука, потому что это какой-то определенный экстрим, он делается, опять же, в команде, он делается весело, интересно, вот, и это, извините меня, не на работе сидеть, и не перед компьютером залипать, и не ВКонтакте в очередной 100-миллионный раз перебирать какие-то фотки кого-то там на каких-то профайлах, где-то ВКонтакте. Вот, а дальше, например, там, каждый год у нас есть, предположим, там, не знаю, картинг или что-то еще. То есть, да, есть вот целый ряд вот таких вот мероприятий, которые интересны, которые, ну, никакого прямого и даже косвенного отношения к бизнесу не имеют. Но они важны, как вот этот элемент, благодаря которому жизнь становится интереснее, человек, стартуя в нашей организации, начиная сотрудничать с нашей организацией, начиная создавать свой бизнес, сотрудничестве с компанией Reflame, он получает какой-то совершенно новый образ жизни. Он получает вместе с регистрацией, вместе со стартом, у него появляется совершенно новый образ жизни, которого бы у него не было и не появилось, если бы он не стартовал. Дальше есть мероприятия, конечно, направленные на какое-то развитие. Например, это Каждый год у нас в мае проходят майские шашлыки. Раньше это называлось майские шашлыки, сейчас это целые майские испытания, потому что в эти майские испытания, помимо шашлыков и какой-то вот непосредственно вот такой посиделочной части, очень-очень большая программа проходит, там веревочные курсы, хождение по стеклам побитым или хождение по горячим углям, проходят различные тренинги и прочее. И вот у нас есть целая серия различных мероприятий, которые направлены на развитие, на личное развитие, скажем так. Вот. Потом у нас есть мероприятия, вот все мероприятия, которые у нас есть мероприятия, которые проходят раз в год. Например, там каждый год мы ездим на школу актива. И школа актива традиционно является топ мероприятием года в нашей организации. Или там раз в год мы идем на мегафорум, потому что мегафорум проходит раз в год. Вот. Но у нас есть мероприятия, которые, например, происходят каждый каталог. Например, каждый каталог мы проводим мероприятия, которые проводим поздравительные мероприятия по итогам каталога, на котором поздравляем всех ребят, которые вышли на новый для себя статус, на которых они раньше никогда не были. И у них тоже там тоже на этом мероприятии, это мероприятие проходит достаточно интересно и достаточно воодушевляюще. То есть после таких мероприятий хочется расти, хочется сделать, наверное, любому участнику этого мероприятия. А потом есть мероприятие, которое проходит каждую неделю. То есть каждую неделю у нас проходят встречи третьего уровня в нашей организации, где директора проводят какие-то интересные, тоже не скучные, не убивающие своей каким-то скукой, то есть интересные, насыщенные мероприятия, которые длятся 1-2 часа. Каждую неделю у нас проходит базовый тренинг. Это 2 часа, это цикл тренингов, с 6 тренингов по 2 часа это тренинги по личному развитию, когда мы раскрываем тему, каждую неделю раскрываем тему на 2 часа, которая позволяет
что-то узнать об успехе и о том, что и как делать для того, чтобы такое дает понимание, как работать с собой, что делать, как из чего складывается успех людей вообще и успех людей в Oriflame, с Oriflame в частности. Каждую неделю, там, не знаю, у нас проходит, например, футбол для парней. Сейчас в Москве начали ребята еще каждую неделю играть в волейбол. Каждую неделю у нас проходит в Москве wellness-клуб. То есть люди после того, как закончили все основные мероприятия, вот, встречи третьего уровня, базовый тренинг, планерки, вот, в субботу, соответственно, там, в субботу или в воскресенье, в зависимости у кого в какой день это проходит, это в какой-то из выходных, вот, они вот так начинается вот такой вот спорт. И это тоже интересно, потому что у нас огромное количество парней, очень большое количество людей, которым интересно не просто смотреть по телевизору, а интересно выйти, размяться, позабивать голы. Вот. Соответственно, понимаете как, получается, что вот из всего вот этого, всего, что я перечислил, и, ну да, например, там, давайте так, еще одну тему важную раскрою, что все наши мероприятия делятся на два типа. Есть квалификационные мероприятия и неквалификационные мероприятия. То есть неквалификационные мероприятия – это мероприятия, на которые может попасть любой человек. То есть независимо от статуса, даже не зарегистрированный и так далее, и так далее. Например, там мегафорум – это неквалификационное мероприятие. Там, ну, в общем-то, достаточно много мероприятий неквалификационных, на которые ты можешь попасть независимо от статуса. Но еще есть и мероприятия квалификационные. То есть попасть на это мероприятие можно только выполнив определенную квалификацию. Ну, например, да, и смотрите, понимаете, как квалификационные мероприятия должны быть мероприятия, которые интересны вам. То есть вы не делаете их просто потому, что надо сделать. Да? Надо сделать, а вам самим это по барабану или не нравится. И коллекционные мероприятия должны быть интересны людям. То есть туда хочется попасть, потому что они, ну, они классные, понимаете? Туда хочется попасть, там хочется быть. Например, например, давайте, какие коллекционные проводятся у нас. Например, там раз в каталог в Москве, или там раз-два каталога в Москве я провожу мероприятия, например, там, ну, обычно с какого-то процентного уровня по итогам какого-то каталога. Например, есть мероприятие, там я могу проводить какое-то обучение, туда можно попасть только с 9% по итогам, там, не знаю, 15-го каталога. И если вы, соответственно, выйдете на... То есть из нашей организации туда может попасть человек, только если по итогам 15-го каталога у него было 9% и выше. Вот. Но, опять же, в нашей организации есть определенное понимание того, что такое личное развитие, это такая важная часть нашей системы, и человек выходит на, скажем так, то есть люди хотят попасть на эти мероприятия, то есть это люди понимают, что они там действительно услышат что-то важное и полезное. И туда можно попасть только с определенного статуса, с 9% и выше. Каждый год у нас происходит целая серия выездов в другие города. То есть мы занимаемся тем, что мы разъезжаем по различным городам, причем там, вот, например, в этом году для москвичей, для тех, кто сотрудничает с Oriflame в Москве, было три менеджерских выезда в другие города. То есть у нас был менеджерский выезд с 9% во Владимир однодневный, двухдневный был менеджерский выезд в Нижний Новгород, и трехдневный был менеджерский выезд в Казань. И там было очень интересно. У нас есть группа, группа нашей организации, это группа ВКонтакте, есть СМК Москва, есть СМК Нижний Новгород, есть СМК Ярославль, где все это выкладывается, где вы узнаете всю информацию, ну, где вы выкладываете все фотографии, все ролики, все видеоотчеты, все это можно посмотреть, как это происходит. Вот. И, знаете, и люди хотят поехать в город как с нами, понимаете? Ну, понятно, что можно поехать, любой человек может поехать в Казань. Ты можешь взять друга, девушку, маму, брата, свата, там, не знаю, купить билет, поехать в Казань, и провести там, не знаю, 2 или 3 дня, приехать обратно. Но, во-первых,
тут и было четко очень, я заметил, что ехать куда-то одному или ехать куда-то вдвоем, это совсем не то же самое, чем когда ты едешь в какой-то город с 50, например, единомышленниками. Потому что в Казань приехали ребята из внеземного города, в Казань приехали ребята из Москвы, и вот у нас был квалификационный выезд в Казань в этом году с 15% и выше. По итогам, я уже не помню какого каталога, что-то типа 11 или 12. Вот, а с 15% по итогам 11 или 12 каталога и выше можно было ехать в Казань. И вот нас 50 человек, мы собрались в Казани, была какая-то насыщенная программа, разнообразная, был аквапарк, было посещение вот этой главной мечети, не называю, потому что боюсь ошибиться в названии или в произношении. Вот, была прогулка по городу, было что-то еще. На машинах приехали, когда на машинах уехали, вот, из разных городов собрались в одном, в третьем городе. В следующем году у нас поездка такая в Минск, уже с 18%, в следующем году у нас тоже, наверное, с 18% такая поездка в Санкт-Петербург. И вот таких менеджерских квалификационных выездов в другие города у нас обычно 3 в году. Вот, это очень здорово. Или у нас есть квалификационные мероприятия, например, традиционно мы уже несколько лет подряд отмечаем менеджерский Новый год. В этом году у нас тоже менеджерский Новый год с 15% и выше. Мы сняли дом в Подмосковье, 950 квадратных метров, 3 этажа, бассейн, свое футбольное поле на территории, ну, бассейн внутри дома, там сауны, сколько там, 20 спален. Вот, причем у нас будут, приедет команда поваров, мы там выбрали из меню, там сколько там, 15 блюд, то есть все продукты привезут, все приготовят, столы нам сервируют, потом посуду помоют и уедут. А у нас нам просто нужно веселиться, отдыхать. Мы заезжаем в этот дом на 3 дня, вот, и, знаете, почему-то люди хотят попасть на этот майнерский Новый год. И почему-то люди готовы ради этого делать. И для многих людей, как ни странно, многие люди делают квалификацию для того, чтобы попасть на это квалификационное мероприятие. Конечно, идею квалификационных мероприятий мы взяли у компании Reflame, потому что на банкет не попадешь просто так, на золотую конференцию не попадешь просто так. Конечно, прекрасно, что появились менеджерские конференции. Сейчас у нас наквалифицировалось на Египет из моей организации 9 человек. Попало, к сожалению, только 7 из них. В итоге доехали до Египта. Вот. Потом, соответственно, сейчас на мегаконференцию в 2016 году у нас квалифицируется где-то 20-30 человек. Вот. То есть, вот, конечно, вот такие квалификационные мероприятия, они их много. У нас есть квалификационные мероприятия, на которые можно попасть, только имея 22%. У нас есть коллекционные мероприятия, на которые можно попасть только с уровня старшего директора. Вот, естественно, есть коллекционные мероприятия, правда, они проводятся не нами, а компанией Oriflame, на которые можно попасть только с уровня золотого директора. Поэтому с кем-то из вас мы увидимся в Стамбуле, но не со всеми, потому что мероприятия коллекционные. Вот, ну и так далее и тому подобное. То есть, и вот из всех этих мероприятий, которые бывают, какие-то проходят каждую неделю, какие-то проходят раз в каталог, какие-то проходят несколько раз в год, какие-то мероприятия являются квалификационными, какие-то мероприятия являются неквалификационными, какие-то мероприятия являются чисто развлекательными, да, типа картинга или боулинга. Какие-то мероприятия направлены на личное развитие, типа майских испытаний или базового тренинга. Какие-то мероприятия являются чисто обучающими и развивающими, такие как, не знаю, школа актива или учись у лучших, или мегафорум. Какие-то мероприятия, кстати, являются чисто мероприятиями компании. И очень важно для сетевика, который сотрудничает с определенной компанией, посещать все мероприятия компании, с которой он сотрудничает. И такие как большие встречи Oriflame, например, или какие-то еще внутренние тренинги, которые проводят АСМы и сотрудники филиала.
Вот. Вот из всего из этого формируется такой микс, формируется такая насыщенная система мероприятий, и каждый человек, который приходит в нашу организацию, он включается в эту систему. И задача спонсора заключается в том, чтобы человек посетил или квалифицировался и посетил, дотянулся и посещал максимальное количество мероприятий, которые ему на данном этапе ему доступны. И вот такая система мероприятий является одним из главных элементов вовлечения. Она одним из главных элементов, почему человек включается в эту систему и так далее, и так далее. Конечно, у нас очень много мероприятий. Почему? Я всегда объясняю, что когда заходит разговор на эту тему, я всегда объясняю, что если вы начали свой бизнес с MLM, но вы не ходите на мероприятия, значит, вы что-то не поняли. Потому что MLM – это и есть мероприятие. MLM – это бизнес мероприятий. MLM – это система, в которой человек просто включается в огромное количество мероприятий, включает своих людей в это огромное количество мероприятий, у него появляется вот такой новый стиль жизни, и где-то он там еще между делом занимается бизнесом. Где-то он еще немножко делает личный товарооборот, где-то он немножко еще спит, ест, развлекается, где-то он еще немножко, может быть, рекрутирует, вот, и где-то он немножко даже чему-то обучает или делегирует какие-то полномочия, но это где-то вот теряется между этим огромным количеством мероприятий, потому что MLM это есть мероприятие. Если вы слабо ходите на мероприятие, значит, вы еще не поняли, что такое MLM, и вам еще предстоит это понять. Ну, как-то так. Вот, в принципе, тему я немножко, считаю, раскрыл. Вот, поэтому, если есть какие-то вопросы по существу, вот, я готов на них ответить. У меня есть на это еще 8 минут. Я на них отвечаю, прощаюсь с вами и желаю вам в ваших городах, в ваших странах преуспевать, расти, квалифицироваться на конференции и на банкеты, и встречаться нам всем там и зажигать. Давайте. Вот. В Стамбул наши россияне, орифлеймовцы, смогут попасть в связи с ситуацией Турции. Я откуда знаю? Я, не Господь Бог, не Владимир Владимирович Путин. Вот. Я очень слабо представляю. Я, честно говоря, вообще не смотрю телевизор. Я очень-очень слабо представляю, что там происходит. Честно. Вот. Но я знаю одно точно. Вот я 13 лет сотрудничаю с Орифлейм. Я очень четко для себя понял. Компания всегда делает что-то лучшее. Если вдруг что-то, что она запланировала и всем обещала, не получается, то она всегда в качестве замены предоставляет что-то лучшее. Поэтому если даже вдруг... Кстати, я напоминаю, что вам мега-конференция, числа еще неизвестны лично мне, но она будет в конце августа, начале сентября 2016 года. Если это будет через 10 месяцев. Это будет через 10 месяцев, и что будет через 10 месяцев, совершенно неизвестно. Но есть проблема. Проблема в том, что я вот не парюсь на эту тему. А раз у вас возник такой вопрос, значит, вы вот уже сидите и паритесь, и вы отвлекаете свои силы, отвлекаете. Я не знаю, квалифицировались ли вы туда, что там так беспокоитесь, ну, потому что вы уже распыляетесь. Вы уже начинаете об этом думать, вы уже начинаете на эту тему заморачиваться, вместо чего? Вместо того, чтобы рекрутировать, вместо того, чтобы заняться своей группой, вместо того, чтобы пойти организовать какое-то мероприятие, вместо того, чтобы пойти и сходить на какую-то встречу и так далее и тому подобное. Вот. И провести какую-то встречу, точнее, или сходить, посетить какую-то встречу. И вы начинаете думать, ах, там в Турции, ах, у нас конференция, ах, мы поедем, ах, мы не поедем. Если мы не попадаем в Турцию по причине вот этой геополитической обстановки, значит, поверьте мне, что руководство компании Oriflame предложит нас замену, и эта замена будет лучше, чем эта конференция. Она будет выше уровня. Все. Так, еще вопросы. Тут улетает. Если вы что-то спрашивали, я не успел ответить. Это все в чате улетело. Поэтому.
А, мероприятие оплачивает спонсор или все скидываются определенной суммой? Ну, конечно, все скидываются определенной суммой. У каждой поездки есть определенный бюджет, и каждый участник, вот, и каждый участник, естественно, оплачивает сам себе, вот, потому что мы не имеем возможности оплачивать мероприятие, вот. Как лучше пригласить, как оплачивать ваше коллекционное мероприятие, вот. Школьники и студенты не зарабатывают, как им делать личный заказ? Хороший вопрос, Алина Богданова. Значит, отвечаю, нужно заработать деньги, для этого нужна, у человека должна появиться клиентская база, чтобы он деньги в Oriflame на продукцию не тратил, а зарабатывал. Конечно, он берет что-то для себя, но он берет из заработанных денег, а зарабатываемых откуда? Вначале структуры нет, значит, у него должна быть клиентская база, которая каждые 3 недели будет выдавать ему заказ на 300, 400, 500, 600 баллов. И вот в таком случае у вас будет можно будет с молодежью сварить кашу. А если к вам приходит 17-летний студент, живущий с родителями, вы говорите, друг мой, давай-ка ты что-нибудь возьми для себя, и желательно баллов на 300. Вот. И, конечно, он говорит? Он говорит, до свидания. Так, как лучше пригласить молодого человека? Как лучше пригласить молодого человека? Ну, во-первых, лучше его пригласить. Во-вторых, молодого человека, в смысле парня, да, вы это имеете в виду. Но я думаю так, очень многие организации, я заметил, вот где мало мужчин, вот, они очень прям зациклены на этом, у них прям больная тема, что ой, у нас мало мужчин, у нас мало парней, нам нужно пригласить парней, нам нужно пригласить мужчин. Я мыслю так, вот, значит, просто, во-первых, не нужно на эту тему заморачиваться. У нас вот стиль общения с парнями и девушками единый. Мы, конечно, учитываем какие-то гендерные особенности, но, тем не менее, мы проводим одну и ту же презентацию. У нас нет специальной презентации для 20-летних парней, чтобы они наконец-то, ну, пожалуйста, пришли. Вот. У нас нет презентации специальной для девушек, чтобы их не воротило от презентации специально для 20-летних парней. У нас единая презентация, она в открытом доступе, ее можно прочитать, ее можно выучить, ее можно говорить. Вот, эту презентацию, как последнюю модификацию, вот такой молодежной презентации, самую удачную на данный момент, разработала лидер моего первого уровня, старший золотой директор Максим Решетников. Ее можно найти, почитать, прочитать, и вы увидите, что ничего там специально для парней нет. Там просто разговаривают с ними, как с обычными людьми, вот, и не вздыхают по поводу того, что ох бы, пришли бы они, пришли бы, как было бы классно. Надеюсь, чуть-чуть ответил на этот вопрос. Да, просто хочется мужскую команду. Всем хочется, вот, но не у всех есть. Почему? Кто-то, очень многие девушки, женщины создают вот важность этого. Вот я то, что я говорю. Ой, хочется мужчин. На самом деле, надо спокойнее к этому относиться, понимать, что мужчина тоже человек. Вот, значит, и не нужно по этому поводу как-то загоняться. Просто надо научиться говорить на языке, который в равной степени хорошо воспринимается и парнями, и девушками, и говорить с людьми на этом языке. Пример этого языка – презентация Максима Решетникова в открытом доступе в группе СМК Москва. Ее можно скачать, это вордовский файл на 20 килобайт, который можно скачать, прочитать и как пример понять, в каком стиле общаться с молодежью, так, чтобы оба пола, и парни, и девушки, воспринимали вас на ура. Так, работаем ли онлайн или офлайн? Офлайн. Я не люблю слово офлайн, получается, там слово есть приставка off. Мы онлайн работаем, онлайн. То есть мы работаем глаза в глаза с людьми, а соцсети, например, мы используем только для коммуникации, быстрой коммуникации друг с другом, например, через беседы ВКонтакте, и для того, чтобы пригласить человека на встречу. И то общение с ним в соцсетях идет только до стадии получения его телефона. Дальше тип переходит, идет приглашение по телефону, встреча в сервисном центре. Так. Да, онлайн, офлайн. Где можно найти презентацию Максима Решетникова? Сказал. А, так.
Улыбочки, работа вашей команды. В принципе, все. А, в какой группе? А, группа называется СМК Москва. А, эта группа закрытая, но если вы туда добавитесь, мы вас добавим. Вот, всем спасибо, кто... Еще раз повторяю, в СМК Москва, группа называется СМК Москва. Вот, значит, Wellness Club, значит, это не вопрос, да, потому что если это вопрос, должен быть вопросительный знак. Даже если после слова Wellness Club поставить вопросительный знак, непонятно, в чем вопрос. Да, группа закрытая, но мы вас туда добавим, Надежда Тарасова. Как найти презентацию? Найти. Вот. Она там есть, там не 150 гигабайт информации, чтобы ее не найти. Значит, ее надо просто найти. Вот. Значит, все. Всем спасибо за благодарности. Желаю вам всем успеха, желаю расти, потому что других задач у вас в Oriflame нет. Только одна – расти. Все, больше не надо. А, что означает СМК? СМК означает «Сообщество молодых капиталистов». Так называется наша организация. Все, Эдуард, рад был тебя здесь видеть. Желаю Курску, отдельно Курску, отдельного серьезного роста. Так, да, группа ВКонтакте. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо вам, что пришли, что были, что слушали, что учитесь, что развиваетесь. Всех люблю. Пока-пока. Так, давайте еще раз. Поблагодарим. Сейчас поблагодарим Максима Наренко за выступление, за тот вечер, который он провел с вами. И делился не то чтобы даже секретами, да, работы с молодежью, а сколько каким-то своим внутренним отношением, которое позволяет ему развивать, активно развивать молодежные организации в то время, когда некоторые из лидеров думают, а как вообще к этим людям подойти. Одни люди думают, как пригласить мужчин в бизнес, другие думают, как вообще с молодежью работать. Так вот, сегодня вы узнали еще несколько таких особенностей, нюансов. Не буду за вас подводить итог, что нужно делать и как на что обращать внимание. Лучше вы это сделаете сами прямо сейчас. То есть напишите, какие для себя ценные наблюдения, мысли вы почерпнули из этого выступления, и кто из вас, кстати, работает или намерен работать с молодежью, судя по тому, что все из вас сейчас слушали это выступление, вам очень интересна самим тема молодежи, потому что, как ни крути, все-таки их, ну, мало присутствует в сетевом бизнесе и в компании Oriflame, несмотря на то, что есть потрясающие возможности, которые как раз нужны им в том числе. Так вот, осталось только научиться говорить с ними на их же языке. Отлично. Еще раз хочу напомнить, что с вами был Максим Наренко, старший золотой директор, лидер компании Oriflame Россия, человек, который умеет и знает, как работать с молодежью. Надеюсь, это вам было полезно. И на этом выступлении наш сегодняшний 10-й день онлайн-форума подошел к концу. И впереди у нас еще с вами два последних дня. Давайте сделаю маленький промоушен. Эти